Всем добрый вечер, меня зовут Денис, и сегодня мы будем с вами скачивать и устанавливать мессенджер под названием Telegram. Telegram — это программа, которую делает команда Павла Дурова. Очень она похожа на ВКонтакте, и, соответственно, многие иконки там используются, которые используются ВКонтакте. Ну, вообще, это не главное ее достоинство. Главное достоинство — это то, что она на сегодняшний день является одной из самых надежных в плане шифрования данных пользователей, позволяет передавать файлы до 1,5 гигабайта, ну и использует в том числе файл, может быть, докачан, если произошел какой-то обрыв связи. А также у этого мессенджера очень интересная система паролей, то есть как таковых паролей нет, она привязывается к вашему номеру телефона. Ну, давайте обо всем по порядку. Для начала мы зайдем ее и скачаем, она, соответственно, бесплатная. Скачиваем ее с официального сайта. Для этого в строке поиска набираем слово Telegram. Как слышится, так и пишется по латинице. И заходим на официальный сайт telegram.org. Здесь вы видите, что программа существует и для Android, и для iPhone, iPad, и для Windows Phone. Мы же скачиваем с вами версию для компьютера. Выбираем вот этот параметр для PC, Mac или Linux. Нажимаем кнопочку Windows, скачать для Windows, и ждем какое-то время. Ну, давайте сохраним на рабочий стол. Закрываем. Здесь у нас уже скачался экзешник или инсталлер, или установщик. На сегодняшний день последняя версия 0.7.17.0. Кликаем два раза и нажимаем кнопочку «Запустить». Русского языка нет, но если вам нужно, его можно скачать и установить отдельно. Делается это очень интересно, я об этом вам далее расскажу. Пока оставляем английский язык, нажимаем ОК, Next, 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 Next и установить. Нажимаем Finish. И, как вы видите, для того, чтобы начать пользоваться программой, ничего сложного в этом нет. Для этого просто нажимаем после установки синюю кнопочку Start и указываем свой номер телефона. Я указываю, соответственно, свой номер, куда придет SMS. Нажимаем кнопку Next и ждем код, который должен прийти на телефон в течение 2 минут. Ну, обычно приходит быстро, в течение 30 секунд где-то. Хотя иногда и приходится подождать. Бывает и такое. Вот пришло сообщение. Нажимаем на телефоне «Посмотреть». Вводим код. Так. И заходим. Как вы видите, интерфейс очень простой. Все просто и понятно. Но чтобы еще было понятнее, я вам расскажу, как установить русский язык. Итак, для того, чтобы установить русский язык, нам нужно связаться с роботом, с дежурным роботом, который здесь присутствует. Для этого нам нужно добавить его в список контактов. Пишем его ник. Искать можно как по нику, так и по номеру телефона. Зовут этого чела телеробот. Ну, на самом деле его зовут робот Антон. Кликаем сюда и видим, что он сейчас находится онлайн. Так бывает иногда, что его нет в сети, но поэтому ничего не удастся, если его в сети нет. Придется подождать, пока он выйдет в сеть. Далее мы пишем ему команду, которую он понимает. Так, пишем следующее. Так, локали Windows. Нажимаем кнопочку Enter. И далее робот Антон нам прислал файл с русским языком, чтобы мы могли русифицировать, раз уж мы так хотим, наш Telegram. Для этого правой кнопочкой кликаем, появляется менюшка, нажимаем Save File, то есть сохранить файл, но выберем опять же рабочий стол. Вот у нас появился вот этот файл, как вы видите. Далее заходим в каталог, ну или в раздел Settings, переходим на вкладку Change, изменить язык, но пока язык не меняем, а перед тем, как нажать вот сюда,
зажимаем кнопочку Shift и Alt. Теперь нажимаем левой кнопкой мыши «Сменить язык» и выбираем «Русский». Отпускаем, нажимаем «Открыть». Пишет, что Telegram перезапустится. Чтобы сменить язык, нажимаем кнопочку «Продолжить». Ну и, собственно говоря, теперь вы сами видите, что все стало на русском языке. А до этого все было на английском. А теперь расскажу немного о самой программе. Ну, здесь все стандартно. Вы можете сменить свой аватар, имя пользователя. Можете сменить вот эту вот картинку, которая фон сзади. А плюсы какие? То, что, как я уже сказал выше, программа довольно-таки надежная на сегодняшний момент. Одна из самых надежных. Поддерживает очень надежный алгоритм шифрования. Позволяет передавать файлы до 1,5 гигабайт. Есть докачка, если обрыв связи произошел. Можно также делать мультичаты до 200 человек. Ну и вообще работает очень быстро и надежно. Множество различных иконок существует здесь. Есть даже вот такие вот экзотические иконки. Соответственно, вы можете удалить сообщение. Можете послать песню. Вы видите, все довольно-таки быстро загружается. Можно написать слово «Привет» Рустему. Вот песня уже загрузилась. Также можно посылать видеофайлы. Просто методом перетаскивания все это работает. Программа понятная, удобная. И, кстати, робот Антон еще умеет всякие вещи делать, прогноз погоды показывать. Вообще в интернете есть еще русский сайт. Вы там можете найти множество интересных команд, которые робот Антон выполнит. И многие интересные вещи узнать о программе Telegram. Удобно то, что человек может быть, например, она у него установлена на смартфоне или на iPad, а вы можете с компьютера и общаться. Достаточно интересно. Ну вот видите, пока мы с вами общались, уже и загрузился отрывок 26 мегабайт. Тормози. Мотор можешь заглушить? Давай заглушим. Твой трактор? Угу. Что, личный? Нет, папка купил его. Ага. Тебе дают ездить? Да. А тебе лет сколько? 10. 10 лет? Да. Как трактор-то называется? Синтай 120. Как? Синтай 120. Не русский, что ли? Да. Какой? Чей? Японский. Японский? Ага. Я вот не представляю, как мне, вот отец в 10 лет, не то чтобы трактор, он бы мне не дал бы на мопеде проехать на своем, когда мне было 10 лет. Как он тебе доверяет? Доверяет. Сено возить, опилки, траву. Ага. Ты как бы помогаешь ему, да, по хозяйству? Ага. Ну, вот вы видите, что все работает довольно-таки быстро, удобно и... В общем, если он вам понравится, можете им пользоваться. Также есть контакты, можете добавлять людей в контакты. В общем, хороший мессенджер, мне он понравился. И времена, конечно, ICQ уже прошли. А скайпом не всегда удобно пользоваться для того, чтобы чатиться. Вот, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. И до новых встреч. Всем пока.